Всю жизнь они отдали служению Родине. Социальная поддержка ветеранов – одна из приоритетных задач руководства страны. Представители общественных ветеранских организаций и Самарское региональное отделение партии «Единая Россия» обсудили действующие меры социальной поддержки ветеранов, а также новые, внесенные в народную программу фракции. Мы вместе определяем цели развития нашего региона. Мы вместе выявляем самые острые, злободневные вопросы, которые волнуют ветеранов, волнуют людей старшего поколения. Волнуют патриотические движения наших волонтеров, юных защитников Отечества. Тех, для кого слово «Родина», патриотизм – это не пустые слова, а смысл жизни и призвание. Особое внимание уделили инициативам от самих избирателей. Благодарю ветеранов за поддержку во всех наших начинаниях, потому что уже многие годы ветераны являются инициаторами того, что происходит у нас здесь, в Единой России. И мне очень приятно сегодня было говорить им спасибо за те инициативы, которые они проявили. Это «Герои земли Самарской» проект, безусловно, «Парад памяти», уникальный проект, «Энциклопедия подвига». Все это родилось в стенах Единой России при поддержке ветеранов. Сейчас ветераны в Самарском регионе могут рассчитывать на бесплатную поадресную, полустационарную и стационарную медицинскую помощь, оздоровительные выезды, а также социальный туризм. Кроме того, для них создаются дополнительные условия ухода, отдельные палаты в лечебных учреждениях и многое другое. Это такие меры, как бесплатное зубопротезирование, бесплатные слуховые аппараты, а также льготная оплата медикаментов. За последние несколько лет 931 труженик тыла и более 1500 ветеранов Великой Отечественной войны были обеспечены жильем. В регионе возобновили выплаты ветеранам труда, а за последние два года больше 800 тысяч граждан пожилого возраста получили социальные пособия и компенсации. Одна из последних мер поддержки – выплата по 10 тысяч рублей, инициированная президентом Владимиром Путиным. Сами ветераны говорят, что даже в силу возраста рано списывать их со счетов, и одной из мер поддержки они видят большую вовлеченность в общественную жизнь региона. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События.